Владислав Григорьевич, я знаю, что это наше нынешнее интервью, эта беседа, в общем-то, практически она пошла, инициатива пошла от вас. И телевидению Грузии, государственному телевидению, Первому каналу остается только поблагодарить вас за предоставленную нам возможность побеседовать с вами. Ну, я со своей стороны тоже должен поблагодарить вас за то, что вы предоставили мне возможность выступить по телевидению, что я считаю как раз одна из важных задач сегодняшнего интервью, это все же предоставление абхазской позиции по тем вопросам, которые у нас существуют. Я понимаю, что любая информация, будь то грузинская сторона, будь абхазская сторона, носит односторонний характер, и истина где-то находится посередине между ними. Но наша позиция, она, как при испорченном телефоне, довольно сложно доходит до общественности Грузии, поэтому непосредственное изложение этой позиции, наверное, будет иметь определенное значение для того, чтобы можно было сравнить разные точки зрения. Я думаю, что, конечно, проблема, которой мы сегодня занимаемся, в особенности то, что касается беженцев и их возвращения, это, как вы знаете, проблема, которая возникла в результате войны. Про это я пытаюсь следить за грузинской прессой, говорят разные. Ну, иногда сейчас есть такая господствующая точка зрения, что вот виноваты и мы, и виноваты и они, и поэтому надо сейчас примириться. Я думаю, такую позицию я не разделяю. Почему? Потому что я считаю, что отправной точкой всегда является то, кто первым применил силу. Это самое важное обстоятельство. И, наверное, с этим вы согласились, если вот, не желая вам это, но в один прекрасный день вошли бы танки в Тбилиси, то вы вряд ли бы выясняли, кто прав, кто виноват, потому что вы считали бы, что против силы защищаете свою родину и вправе применить против силы силу. Тем более, что вот здесь у меня под рукой книга, которая у нас издана была в Абхазии. Это как раз, здесь есть белая книга, здесь есть обращение Верховного Совета Республики Абхазии, Госсовету Республики Грузии, которое было направлено 12 августа, то есть фактически, так сказать, за день до начала войны. Как-то это все умалчивается, но чрезвычайно важно, я бы даже процитировал. Здесь говорится, что Верховный Совет Республики Абхазия, вновь заявляя о своем желании сохранить связи с Грузией, твердо выступает за установление на новых, цивилизованных и равноправных основах, которые исключают диктаты подчинения, омрачавшие на протяжении десятилетий отношения между абхазским и грузинским народами. Мы за налаживание качественно новых цивилизованных отношений между ними. То есть мы предлагали решить эту проблему путем, политическим путем, за столом переговоров. Даже в конце была фраза о том, что мы, депутаты Верховного Совета, заявляем, что свою часть пути в направлении возрождения добрых отношений между абхазским и грузинским народами мы пройдем без оглядки. При этом надеемся, что протянутая для пожатия наша рука не повиснет в воздухе. Понимаете, вот после того, когда одна сторона направляет такое обращение с просьбой сесть за стол переговоров, решить проблемы, и после этого, когда в ответ приходят танки, то вопрос о том, кто виноват и кто не виноват, и одна или другая сторона, вопрос с нашей точки зрения, естественно, абсолютно снимается. Было решение Госсовета Грузии, вы об этом хорошо знаете, решение Госсовета Грузии о вводе войск на территорию Абхазии. Единственное, как я представляю, в чем виноват Китавани, он должен был приехать и сообщить ультиматум о том, что войска войдут, а если будете противиться, то применим силу. Ну, а он просто взял и поехал на этих танках, прекрасно понимая, что отношение абхазской стороны к этому вводу будет негативным. Он просто сел и решил поехать на этих танках. Мы накануне войны обсуждали, скажем, возможность того, чтобы те грузы, которые проходили по территории Абхазии, сопровождались специальной платформой, на которой будут вооруженные люди. Но это совершенно разные вещи. Второе, что я хотел бы отметить. Вот по проблеме после войны, когда она все же завершилась,
мы работали с грузинской стороной над проблематикой политического регулирования. Были разработаны чрезвычайно два важных документа, которые решали проблему всеобъемлющего политического регулирования. Это заявление о мерах по политическому регулированию грузино-абхазского конфликта и второе – четырехстороннее соглашение о беженцах. Там фактически эти базовые документы давали возможность, если бы мы двигались в духе вот этих документов, уже на сегодня эта проблема была бы решена. Там было определено, и какие должны быть взаимоотношения между Абхазией и Грузией, как они должны строиться, вот. И все в том, что касается беженцев. Но фактически вот 12, по-моему, июня 97 года, это было прям фактически ночью, когда мы с грузинской делегацией вместе сидели в Москве, был составлен текст, который решал все вопросы, и проблему беженцев, и проблему политических взаимоотношений Абхазии и Грузии. Причем ради этого документа мы пошли на очень многое. Мы, скажем, предлагали идею союзного государства. Потом перешли, уступили и пошли на, так сказать, на решение вопроса в рамках общего государства. То есть были какие-то, с нашей стороны был постоянный компромисс. Более того, 12 ночью мы дали согласие, когда нас, российская сторона, спросила о том, готовы ли подписать документ, который подготовлен при нашем непосредственном участии, при участии грузинской стороны, мы дали согласие. Потом грузинская сторона опять привезла новые предложения, опять мы пошли на уступки, есть соответствующие письма, но, к большому сожалению, в результате всего этого дела, в результате того, что было желание, с одной стороны, все время в свою пользу изменять этот документ, все это было сорвано. И теперь уже мы не говорим ни о союзном государстве, ни об общем государстве, мы говорим о независимом, суверенном государстве Республики Абхазии. То же самое и касается и проблематики беженцев. Ведь фактически после войны такой был процесс начат. Потом возникли определенные претензии с грузинской стороны с точки зрения того, скажем, как быстро осуществляется этот процесс. Хотя вот тогда предлагалось примерно по 800 тысяч человек в месяц возвращать людей там, в Гальский район Абхазии. Легко предположить, что с тех времен, сколько лет прошло, сколько бы тысяч вернулось людей. Когда этому были поставлены палки в колеса, мы пошли на то, чтобы люди самостоятельно возвращались в Гальский район. Расчеты были такие, что потребуется где-то около десятков лет для того, чтобы вот все это количество вернулось в Абхазию, вот по тем меркам. Ну почему? Вы посчитайте, сколько лет прошло, утекло нас с 94 года, посчитайте, так сказать, каждый месяц, сколько людей, тем более это, если бы процесс шел нормально и не было бы многих событий, наверняка это можно было, и цифры могли бы возрастать, и многое другое, то есть посчитайте, вы увидите, но мы тогда пошли на то, чтобы люди самостоятельно возвращались. Мы не препятствовали им возвращению домой. Фактически, вот по нашим оценкам, 60-65 тысяч человек было в Гальском районе уже, жило уже. Ну, оставим в стороне абхазские цифры. Возьмем даже цифры ООН, где дается данные как минимум 50 тысяч человек. Ну, что мешало нам и грузинской стороне найти понимание с тем, чтобы уж этих людей больше не беспокоить, дать им возможность спокойно жить, строить свою жизнь, тем более, что многие за вот, 3-4 года, которые прошли после войны, попытались обустроить свое хозяйство. Люди начали жить, начали, так сказать, но ведь что происходило? Вместо того, чтобы наладить нормальную жизнь этих людей, на самом деле на территории Грузии были созданы соответствующие центры, где готовили террористов, засылали их туда. Вот. И каждый день практически приходили сводки о том, кого милиционера абхазского убили, где мину подложили все, и прочее. То есть фактически шел процесс дестабилизации обстановки в Гальском районе Абхазии. И было явно видно, для чего это делается. Это делалось для того, чтобы вот те самые автономисты опять вернулись в Гальский район, и фактически Гальский район перестал быть одним из районов Абхазии. Мы об этом неоднократно говорили. И потом вот фактическим подтверждением всего этого является Гагрский протокол, который был подписан после майских событий. Вы там четко, надо читать документ, в документе четко сказано, что все эти формирования, которые участвовали с грузинской стороны в боевых действиях, все находятся под контролем Грузии. И Грузия берет их ответственность за то, что они больше этого не будут делать. Но вот сейчас опять наступил новый момент. Вот новые предложения. Мы опять-таки к ним пришли тогда, когда сорвалось подписание соответствующих документов. Вот соглашение о возвращении беженцев и
соглашение о гарантиях невозобновления войны. По этому поводу много говорилось, не хочу сейчас к этому возвращаться, но во всяком случае, вы знаете, что назывались и сроки проведения, и где это будет подписание происходить. Потом все, появились новые требования, соглашение сорвано. Теперь фактически уже решить, подписать его при этой ситуации невозможно. Опять-таки мы вновь выступили с инициативой, чтобы люди возвращались в одностороннем порядке, мы, так сказать, выдвинули, чтобы они возвращались в Абхазию. Опять-таки это можно осуществить, конечно, мы понимаем, что только в тесном взаимодействии с грузинской стороной. Но мы опять-таки испытываем опасения. Если грузинская сторона, как это сейчас происходит, будет препятствовать этому, опять будет терроризм, все вернется опять к майским событиям. Все это может произойти. Но в чем же нас обвиняют? Мы совершенно искренне стремимся к этому. Так что вот, не сказав об этом, конечно, не дав эту общую оценку, трудно так конкретно отвечать на конкретные вопросы. Ради Бога, тем более, что мой следующий вопрос посвящен именно этой теме, наиболее актуальной, горячей темы сегодня, близится 1 марта. А вы не так давно заявили, что именно с этого дня абхазская сторона будет готова принять беженцев в Кальском районе. Между тем, грузинская сторона ставит вопрос о гарантиях их безопасного проживания в регионе. Но вопрос ставится не против того, чтобы беженцы вернулись. Речь идет только о гарантиях безопасности. И, кстати, 7-я сессия координационного совета, которая недавно прошла в Тбилиси, также отрицает наличие условий для возвращения беженцев, опять же имеется в виду аспект безопасности. Об этом свидетельствует и соответствующая резолюция Верховного комиссариата по делам беженцев. Ну, я уже не говорю о позиции Министерства иностранных дел России, которая приветствует, кстати, вашу инициативу, также выражает серьезные сомнения по этой проблеме. Так, кто и как будет обеспечивать безопасное проживание? Ну, во-первых, вы не совсем верно трактуете смысл тех документов, на которые вы ссылались, потому что там речь идет о том, что необходимо взаимодействие сторон в решении этой проблемы. Но мы от взаимодействия сторон в этом решении этого вопроса не отказываемся. Наоборот, мы считаем, что как раз без взаимодействия довольно сложно обеспечить безопасность, потому что если опять будет продолжаться террористическая деятельность, совершенно очевидно, что все вернется на круги своя. Вот. Есть вещи в том же самом протоколе, которые мы, и согласно и грузинской стороны, и абхазской стороны. Но начнем с выполнения этих вещей. Давайте главное возвращение людей. Я абсолютно убежден, что если грузинская сторона будет с нами взаимодействовать в обеспечении безопасности этих людей, то ни один волос не упадет с головы тех людей, куда возвращается. Потому что мы со своей стороны тоже ведь примем целый ряд мер для того, чтобы никто не мог совершать какие-то противоправные акции против людей. Но с другой стороны, на сегодняшний день вопрос о том, возвращается, не возвращается, вообще снят. Потому что 25 тысяч человек уже находится в этом районе. Мы более 18 мы уже зарегистрировали. Люди хотят возвращаться. То есть, будете ли вы противодействовать, не будете противодействовать, люди все равно будут возвращаться. Потому что те, кто знает, что они жили там, они хотят вернуться в свои дома, они будут стремиться вернуться в свои дома. Наша задача – помочь этим людям обрести, например, спокойствие. И я думаю, вот в этом плане мы всегда готовы вот к тому, чтобы работать. Но для грузинской стороны возвращение беженцев – это не гуманитарная проблема. Для грузинской стороны возвращение беженцев – это политическая проблема. Это способ распространения юрисдикции Грузии на территорию Абхазии. Вот для чего это говорит. Ведь посмотрите, например, слова помощника Шеварнадзе, господина Алексидзе. Он говорит, куда возвращаются беженцы. Вот. И, так сказать, вот сразу же возникает вопрос. Ну, они знают, куда возвращаются. Свои дома возвращаются. Комментируя ныне сложившуюся ситуацию, вы как-то заявили, я хочу процитировать, беженцы в настоящее время находятся в Грузии, но абхазская сторона готова вернуть их в свои дома. Как понимать это высказывание? Значит ли это, что в результате военных действий временно перемещенному населению разрешено вернуться на родину? Или вы имели под понятием «дом» что-то другое? Значит, с каким статусом и на каких условиях это произойдет? Они будут жить в каком-то другом государстве или они будут жить в том государстве, откуда были изгнаны?
Вы понимаете, Грузия тоже изменила статус своего государства. Вот. Я думаю, что здесь нет никакого... Вы имеете в виду после развала Советского Союза? Да, я имею в виду это. Тоже вроде возникают какие-то проблемы, но действительно никаких проблем нет. Была территория Абхазской автономной республики, на которой жили люди. Есть сегодня территория суверенной республики Абхазия, но там остался дом, в котором жили люди. И мы никаких условий не ставим. Человек возвращается в свой дом, возвращается. Так что, а как уже вам определять, возвращается ли он на родину или в какое-то другое место, это уже не наш вопрос. Нам главное, что люди жили, люди возвращаются. Вот это главный вопрос. Если мы так будем подходить, люди будут возвращаться. Если же мы начнем политизировать опять эту проблему, то тогда мы опять усложним жизнь людей. Я думаю, этого делать не надо. Они должны будут, наверное, быть лояльными к всем законодательным актам, которые сейчас у вас... Ну, скажите, пожалуйста, можно ли жить на территории Грузии, не будучи лояльными к Конституции и законам Грузии? Совершенно очевидно, что... И это, кстати, тоже из норм международного права. Они должны быть лояльными к законам и Конституции Абхазии. То есть они возвращаются в Абхазию, поэтому это обязанность каждого, так сказать, человека. Я просто к тому, что если они сейчас являются гражданами Грузии, то, начав проживание в Угарском районе, они уже будут гражданами Республики Абхазия. Ну, я думаю, что подавляющего большинства людей, вот, которые должны вернуться, есть документы, подтверждающие, что они жили на территории этого района и жили в каком-то определенном месте. Есть соответствующие паспорта. Так что вы не беспокойтесь, они их сохранили. Владислав Григорьевич, дело в том, что, в общем-то, хотелось бы от вас, извините, что, может быть, я повторяю этот вопрос, но чтобы вы раскрыли бы механизм, вот как будет обеспечиваться безопасное проживание беженцев? Я думаю, мы никогда не сможем обеспечить механизм, если в нем самое активное участие не примут жители Гальского района. Понимаете, люди, вот это и было и раньше, это люди знают, что если они будут, скажем, даже возьмут, вступят в милицию, будут охранять, то ночью к ним придут с той стороны реки и будут угрожать тому, что они вот сотрудничают с абхазской властью. Вот, пожалуйста, так сказать, угроза. На самом деле, надо, чтобы в первую очередь сами люди участвовали в этом деле. Потому что приглашать милицию и возить ее из Гагры или из Гудауты на охрану Гальского района, это совершенно другое дело. Тем более, что мне приходится потом отвечать, когда происходят какие-то события. Мне значительно интереснее, чтобы в этом участвовали жители Гальского района. Я думаю, что, ну, реальная жизнь покажет. Давайте мы займемся. Раз люди возвращаются, значит, все же они верят в то, что можно, можно вернуться, есть для этого условия. Понимаете? Между вами и господином Ливию Бота, специальным представителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Грузии, существовала предварительная договоренность об основных принципах возвращения беженцев в Гальский район, был даже согласован текст. Однако позже, во время встречи с послами стран-друзей генерального секретаря, вы неожиданно отвергли предварительные договоренности и согласованный вариант. Чем это было вызвано? Как вы объясняете это? Не совсем точная оценка того, что происходило. Во-первых, инициативу о возвращении беженцев мы осуществили самостоятельно, без какого-либо, так сказать, участия или совета, то ли господина Бота, то ли российских посредников. Это была наша, абхазская. Это никто не оспаривает этого. Мы с господином Бота обсуждали вопрос о том, что вот есть текст протокола, который фактически должен был подписан, но не подписан. Да. Есть возможность, что абхазская сторона письменно возьмет на себя, буквально процитирует весь текст протокола, то, что относится к абхазской стороне, вот, и возьмет на себя обязательство, что она их будет в одностороннем порядке выполнять. Грузинская сторона возьмет на себя ту часть протокола, которая касается ее обязательств, и тоже заявит, что она со своей стороны готова их выполнять. Тогда получится взаимные обязательства. Хотят не нет, как бы выход из этой ситуации, нет, хотя документа подписанного, но есть взаимные обязательства, есть посредники и другие, которые могут это контролировать. Единственный вопрос, по которому, так сказать, здесь, из-за которого был поднят сыр-бор, это вопрос о том, что якобы, и, кстати, это известно, якобы, что абхазская сторона обещала, что там будет записано, что 50% милиции будет, так сказать, состоять из лиц грузинской национальности, а потом якобы отказалась. На самом деле все стояло по-другому. То есть мы господину Боту было сказано.
И причем это, знаете, беседы происходят не один на один, а беседы происходят в присутствии. Есть люди, которые при этом присутствовали, есть записи. А кто, извините, присутствовал? Мой помощник Стамуртани здесь, так сказать, присутствует, он может подтвердить. Да. Было сказано, что это как раз тот вопрос, один из вопросов, почему было сорвано подписание соответствующих документов. Потому что мы в свое время пошли на запись на того, что мы написали, что милиция будет в том числе из беженцев, в том числе, да. Значит, но мы сказали, что мы не можем записывать, делать такие записи, потому что Абхазия многонациональная республика. И мы не можем записывать, делать записи, что в таком-то районе, где живут представители одной этнической группы, будут милиция только из этой группы. В другом месте, где другие, только из... У вас такого же тоже правила нет. У вас тоже в Грузии есть районы, где живут не грузинское население. Вы же в своих законах и конституции не записываете, что там должны быть только люди такой. Это вообще, так сказать, не принцип демократического государства. Мы сказали о другом. Нет, извините, Владислав Григорьевич, но в данном случае речь же не шла о законе. Я сейчас вам отвечу. Это одно и то, практически одно и то же. Потому что такая запись, это как раз к этому и ведет. Мы сказали о другом, что совершенно очевидно, что если в Гарском районе будет нормальная обстановка, и дело будет нормально развиваться, то совершенно очевидно, что большая или значительная часть, ну это и 50 может быть и больше процентов, а будет фактически милицией из числа людей, которые живут в Гальском районе. Но это естественное явление, понимаете? А не то, что мы берем на себя обязательство формировать милицию по этническому принципу. И вот моя, так сказать, трактовка того, что со временем наверняка это будет так, было интерпретировано, что мы готовы записать, что это так. Но мы никогда на это никогда не можем пойти. Хотя сегодня, например, вот, скажем, господин Алексидзе заявил, что и в администрации должно быть не менее 50% жителей района. Но на сегодняшний день, я сейчас только выяснял, у Русмана Кишмария, главы администрации, кстати, вот сейчас была делегация из Гали, я вот должен был с ними как раз встретиться, сейчас они здесь находятся. Я спросил его, оказывается, из 28 человек, которые работают в гальской администрации, 8 человек абхазцев, а 20 человек как раз и грузины, и мигрантов, живущих там. Вот вам, пожалуйста, реальная практика. Ну что ж, мы не будем же из других районов туда специально завозить людей, да, они, кстати, и не поедут. Ну, есть, так что реально это так и сложится. Никого мы в заблуждение не вводили, никого мы не подводили. Да, и, кстати, если часто это говорят, но абхазская сторона те обязательства, которые на себя берет, она как раз четко выполняет. В первых числах февраля в городе Сочи вы приняли участие в заседании Ассоциации социально-экономического сотрудничества краев и областей Республик Северного Кавказа и Юга России. В данном случае я не хочу акцентировать внимание на этом, что Абхазия приняла участие, это, так сказать, право. Изюминка в том, что все решения принимались под мудрым руководством вице-премьера Российской Федерации господина Густава. То есть официально Москва, вольно или невольно, впервые продемонстрировала общность социально-экономических интересов с Абхазией. Причем на фоне все той же официально объявленной экономической блокады, в общем-то, довольно-таки странно. Считаете ли вы возможным вообще присоединение, я к чему это говорю, так сказать, подходим к главному аспекту вопроса. Считаете ли вы возможным присоединение Абхазии к России? Господин Аршба, например, уверен, что 99% населения Абхазии проголосовали бы за это. Вы знаете, ну это совершенно, во-первых, в вопросе вашем совершенно неверная трактовка того, что происходило в Сочи. Во-первых, известно, что на протяжении многих лет мы являемся ассоциированным членом ассоциации социально-экономического развития под названием Северный Кавказ. Да, это первое. Мы входим туда. Да. И, так сказать, постоянно участвуем в заседаниях соответствующей ассоциации. Но вот с другой стороны, мы на себе видим, как и это положение должно вот вас даже как грузин обижать. Вот, например, смотрите, дети наши поехали где-то там в Москве или в каком-то городе России выступать. А грузинский МИД шлет ноту протеста по поводу того, что абхазские дети где-то в России выступают. Потом наши спортсмены едут где-то выступать. Грузинский МИД шлет ноту протеста по поводу того, что абхазцы где-то в чем-то принимают участие. Ну вот смотрите, в той же самой
самой Российской Федерации, Татарстан, который является субъектом Российской Федерации, подписывает договор с суверенным государством Казахстаном. С американцами у них есть, другими договоры. Это не вызывает удивления. Но то, что мы попытались, понимаете, вот найти пути к тому, чтобы решить многие экономические проблемы, мы часть этого единого экономического пространства, найти, решить эти вопросы, это вызывает зуд. Понимаете? Я на этом как раз не заостряю внимание. Такая мелочная опека. Знаете, она, во-первых, должна в первую очередь вас унижать. Это, понимаете, это соответствующее настроение у нас создает. У нас люди говорят, вот видите, политика Грузии никоим образом не изменилась. Это все так же, как и в старые партийные времена. Контролировать все, вплоть до назначения дворника в Абхазии. Ну, понимаете, таким надо все это переосмыслить. Таким путем невозможно найти понимание ни с нашим руководством, ни с нашим народом. Это, понимаете, это даже не смешно. В этом вопросе я как раз постарался уйти от этой темы. Уйти от этой темы относительно того, должны вы принимать участие или нет. Речь, в общем-то, шла о другом. О позиции России. И о том, насколько вы готовы объединяться, и потому что есть такие настроения. Никому не, мы не собираемся присоединяться, мы собираемся строить независимое государство и очень хотели бы вашей помощи в строительстве этого государства. Вы, наверное, согласитесь с тем, что основной непреложный принцип Организации Объединенных Наций, один из основных, это право нации на самоопределение. Кстати, тема эта актуальна не только для Абхазии. И, видимо, любое демократическое государство, строящее свое будущее, должно руководствоваться именно этим принципом, заложенным в документах о равноправии народов. И возможно ли при нынешних условиях, сложившихся в Абхазии, декларировать независимость? Вы только что сказали, что Абхазия, Республика Абхазия, это независимое государство. Не считаете ли вы, что, сделав это, Абхазия нарушает права изгнанного народа? Кстати, большинство, которое составляет большинство из проживающих в Абхазии. Ну, понимаете, вопрос о большинстве и прочих других вопросах, это, конечно, вопрос сложный, серьезный, на который можно было отвечать. Да. Я считаю, что как раз в данной ситуации мы как раз и занимаемся проблематикой возвращения людей, а тех людей, которые не принимали участие вот в событиях кровавых, и они несут ответственность за то, что это сделали. Вот. Я думаю, что они, как и часть всего народа Абхазии, со временем будут принимать участие в любых референдумах, выборах и многих мероприятиях, которые проходятся на территории Абхазии. Так что мы этого права их не лишали и не собираемся этого права лишать. Сейчас у меня вдруг возникла мысль. Если мы пофантазируем с вами, как, с вашего разрешения, да. Допустим, мы представим, что все население, которое предусмотрено обеими сторонами, возвратится в Гали. И они действительно будут абсолютно лояльными, они примут гражданство Республики Абхазия и станут коренными, вернее, они были и возобновят это свое коренное жительство в этом районе. Естественно, они уже будут считаться гражданами Республики Абхазия. И вдруг там возникнет ситуация, когда они захотят отделиться. Это тоже право нации на самоопределение. Как вы на это смотрите? Не знаете, но не надо все же право нации вот так передергивать. Дело в том, что грузинская нация, грузинский народ живет на территории Грузии. Да. У нас есть этническая группа грузин, которая живет на территории Абхазии. Понимаете, у вас на территории Грузии есть много регионов, где живут негрузинское население. Да. И тогда вам тоже надо будет задавать вопрос о том, а что если они захотят отделиться, как вы на это будете смотреть? Да, поэтому, да, поэтому... Я думаю, речь идет о другом, о необходимости формирования нормального гражданского общества с нормальным отношением к государству, в котором они живут. Понимаете, это государство надо, не только абхазцы должны защищать, но все живущие на территории Абхазии. Вот когда война начиналась, если бы вот те грузины и иммигранты, которые живут на территории Абхазии, если бы они все как один встали рядом с нами и сказали, выводите танки обратно, не делайте этого, наверное, и войны не было бы. Поэтому надо научиться нормально относиться. Если это, вы говорите, родина, то тогда родину надо защищать. Понимаете, надо родину уважать. Надо соблюдать законы этой родины. Вот. Я думаю, что
что это, не, конечно, сложный процесс, но я думаю, рано или поздно все это, я думаю, произойдет. Станислав Григорьевич, во мне взыграла мигрельская кровь, вы сказали грузины и мигрелы, я себя считаю грузином. Нет, ну это правильно, так сказать, есть. Но с другой стороны, я бы не хотел на эту тему сейчас распространяться, потому что меня будут уличать в том, что я, так сказать, кого-то там, с кем-то там сравну. Я думаю, что многие народы в Европе, которые живут, они время разделения их языков намного позже, чем время разделения, там, скажем, выделения сванского, скажем, мигрельского и многих других. Но это проблема ваша. Мы в эту проблему вмешиваться не собираемся, вы сами должны определяться. И главное, как вы определяете себя, вот это самое главное. Никто не должен человеку навязывать, точно так же, как абхазцу не надо навязывать понимание того, кто он есть. Кстати, с точки зрения вот Гальского района, попробуйте вот такой факт, который, значит, в Грузии, скажем, не очень хорошо известен, поскольку считается, что Гальский район это как бы это населенный грузинами. Да. Первая абхазская школа в 1862 году была открыта в селе Укум Гальского района. Это свидетельство еще раз о том, что там было сплошное абхазское население. И все, что мы имеем, это результат специальной политики. Об этом сейчас не будем подробно говорить. Сегодня среди некоторых политиков бытует мнение, что роль международных организаций в деле урегулирования Абхазии становится конфликтом в Абхазии, становится все более аморфной. Не знаю, разделяете ли вы это мнение, но Совет Безопасности Организации Объединенных Наций медленно, но верно продвигается вперед, несмотря на то, что принято уже 19-я резолюция. Но вот, кстати, в последней 19-й резолюции со ссылкой на Лиссабонскую встречу ОБСЕ впервые упоминается термин «этническая чистка». Не предполагаете ли вы, что за этой резолюцией может последовать еще один шаг, то есть предупреждение? А затем принуждение к миру силой. То есть будет задействована боснийская модель или осуществлена операция, проведенная Организацией Объединенных Наций в Бельгийском Конго еще 30 лет тому назад. Ну, что я вам хочу сказать. Во-первых, хорошо известно, как принимается эта резолюция, и не только Лиссабонская, и Будапештская, ОБСЕ, и кто эти резолюции пишет, с чьей подачи они принимаются. А это интересно. Достаточно хорошо. Это резолюция грузинской стороны, поскольку там абхазской стороны нету, она и принята. Извините, так сказать, это техника и механика, вот достаточно хорошо известно, что некому было за Абхазию стоять и оппонировать. Из подачи грузин. Но с другой стороны, например, такая резолюция была принята, но в то же время нет ни одной, не было ни одной комиссии, скажем, есть такая fact-finding mission, то есть, которая бы, так сказать, искала, изучала бы конкретные факты. Такая единственная была, такая комиссия была где-то в ноябре месяце 93-го года ООН. И, кстати, вы посмотрите материал этой комиссии, она как раз такого вывода не делает. Я мог бы спросить тех, кто принимал и Будапештскую, и Лиссабонскую резолюции, на основании каких материалов они это приняли. Мы можем тоже привести материалы, да, и мы не мы приходили с танками для того, чтобы осуществлять какие-то дела. Поэтому вопрос об этом я снимаю, но что касается принуждения к миру, как вы говорите, ну, а, собственно, кого надо принуждать к миру? Нет, а кого надо принуждать к миру? Абхазия небольшая страна, мы знаем, так сказать, мы стремимся, наоборот, всячески найти пути к миру. Не мы же нападаем на Грузию, извините. Так что применять силу надо против тех, кто не хочет мира и спокойствия. Но если кто-то думает в Грузии, что грузинский проект решения абхазской проблемы, ради него сюда направят солдат для того, чтобы с нами разговаривать, то, я думаю, на это не надо особенно надеяться, да. Если кто-то, мы знаем, что в мире многое происходит не так, как должно происходить в действительности. Мы знаем, что многие явления происходят, но знаете, в конце концов, есть не только некоторые организации, но есть еще народы. Да, если, так сказать, права народов попираются, то народы могут объединяться и защищать сами себя. Так что в отношении Абхазии такого рода мероприятий проводить это совершенно необоснованно, и вряд ли это вы этого дождетесь. Вы имеете в виду, наверное, Грузию? Да, я имею в виду. Еще в 60-х годах Никита Хрущев
грозился стравить абхазов и грузин. Это исторический факт. Правда, тогда этому ему не удалось этого осуществить, однако позже более решительные, в кавычках, политики все-таки добились своего. Не кажется ли вам, что, одержав победу в конфликте с грузинами, народ Абхазии потерпел поражение в мирной жизни? Поверьте, ради бога, я вовсе не злорадствую, не дай бог, но ведь факты говорят сами за себя, непризнание мировым сообществом, содружеством независимых государств, экономическая блокада, разруха – это все реальность. А ведь вы знаете лучше меня, что до всеобщей трагедии автономия процветала. Это был один из самых богатейших уголков даже не только Грузии, но и Союза. Абхазия была единственным автономным образованием, и вы это тоже отлично знаете, в бывшем СССР, конституция которой содержала статью о государственном языке. И этот перечень можно продолжить. Вы понимаете, вот есть несколько аспектов вот, ответа на те вопросы, на тот вопрос, который вы вот задали. Понимаете, с одной стороны, вот вы говорите, перечисляете, что было в Абхазии, как она хорошо и счастливо жила. Понимаете, вот это напоминает, я уже говорил, разговор врача с пациентом. Пациента спрашивают, у вас болит? Он говорит, болит все, вот здесь болит, там болит. Врач говорит, ничего у вас не болит. Потом пациент опять жалуется, врач говорит, его успокаивает. Кому надо больше верить, врачу или пациенту? Поэтому, понимаете, на ваш взгляд, вот мы просто замечательные были у нас, но тогда непонятно, почему же каждые 10 лет в Абхазии бывали волнения и многие другие вещи и так далее происходили. Поэтому я думаю, в оценке этого дела надо спросить именно тех, на кого, так сказать, ориентирована определенная политика, их впечатлений, их мироощущений. Вот это главное. И, кстати, именно такой подход есть и в свое время, в 1978 году, на пленуме ЦК Эдуард Амбросович выступал, и вот я вам советую прочитать его оценки. И там вовсе он не говорит, что это дело связано с Хрущевым. Понимаете, вы все время ищете объяснение этому факту вот, в поисках какой-то третьей силы и так далее. Хотя проблема не в этом, а проблема в той политике, которая проводится в отношении Абхазии. И вот, в принципе, прошла война, вроде бы должна ситуация измениться, но в этом отношении ситуация не меняется. Вот возьмите, например, сейчас я пытаюсь следить за грузинской прессой. Вот что там сейчас? Сейчас вот проблематика вот национальности, ненациональности, писать, не писать и так далее. Вы понимаете, вы хотите перескочить через какие-то естественные процессы. Вот сразу там зачеркнули графу, нет, всех пишем граждан Грузии. Так вы получите результат, который получили уже в других местах. Нельзя это так сразу решать. Либо, скажем, у вас остается партия под названием, скажем, Грузия превыше всего. Это, извините, это нацистская Deutschland Überalles. Вот это, пожалуйста, тезис. Это же очень болезненная вещь. Но я вот к тому, что все же, так сказать, надо на все это обращать внимание. Что касается нашего положения, то я должен вам сказать, что у нас положение все же мы ощущаем по-другому, чем это вам видится. Вот вы говорите, что у нас, если почитать некоторые ваши материалы, вообще все население Абхазии сбежало отсюда, да, и мы вообще чуть не в пещере живем, да. Но я вам должен сказать, что несмотря на блокаду, несмотря на все проблемы, ежегодно на 30% возрастает бюджет Абхазии. Мы все же, мы получили возможности для, очень многие большие возможности для развития своей национальной культуры. Можно показать, можно посмотреть, что это происходит. Понимаете, все же вот эти оценки, они недостаточно. Более того, я понимаю, что проблем у нас много, но мы могли бы вам дать возможность поспрашивать, поговорить с людьми, не только с президентом Абхазии, а с людьми поговорить, как они ощущают. Спросите их, в каком государстве они живут, потому что это все часто по-другому представляется. Вот я говорю потихонечку, если вы сначала пациента спросите, то тогда будет все нормально. Ну, дай Бог, чтобы все были здоровыми. Спасибо. Спасибо. Вы упомянули фашизм. И опять же, я не собирался говорить с вами на эту тему, но все-таки хочу в какой-то степени продолжить эту тему, раз уж вы упомянули фашизм Грузии, то я знаю, что в Конституции Абхазии записано, что президентом может быть только абхаз. Но ведь это тоже фашизм. Ну, почему?
Ну как же, все граждане равны. Ну, я думаю, что вы неправильно это все дело искажаете. Во-первых, очень много государств в мире, где есть, существует совершенно, так сказать, определенные на этот счет нормы. В Грузии такого записывать не надо. Почему? Потому что в Грузии совершенно известно, кто составляет большинство. Абхазия – это страна, которая как раз была подвергнута весьма серьезным испытаниям, когда большинство нашего народа насильственно было депортировано с нашей территории, было сейчас находится во странах Ближнего Востока. Мы, кстати, грузинские власти всегда, и, кстати, и другие тоже, всегда противодействовали решению проблемы возвращения изгнанного народа на свою землю. Извините, когда вы говорите о беженцах, это проблематика для нас не только, так сказать, тех людей, не, кстати, не только только грузин, есть греки, есть, скажем, евреи, есть русские, армяне, даже абхазцы, которые фактически оказались в таком же положении. Но в еще большей степени в таком положении находятся предки, потомки, изгнанные со своей страны народа. Вы, понимаете, нас считаете 100 тысяч, а у нас только в Турции 500 тысяч абхазцев. Почему мы не имеем права, скажем, вернуть этих людей на свою землю? Вот тогда, извините, когда нам искусственно превратили в нас национальное меньшинство, и, так сказать, вот такое положение на поздно. Да, и здесь необходима защита абхазской государственности. Это единственное государство, которое мы можем стать, да, создать, мы, абхазцы, на земле, на земном шаре. Ну почему же мы должны лишать такого права? Вот, я, да, и есть такое соответствующее указание, но это не значит, да, это высшее должностное лицо государства. Я не думаю, что это описывать таким образом совершенно неправомерно. Это то же самое, правда, давайте посмотрим на многие республики, многие страны, вот, которые, и где, кто там во главе стоит этого государства. Вот вам и ответ на этот вопрос. Владислав Григорьевич, ни в коем случае не хочу, чтобы наша беседа приняла бы форму какого-то спора, и не дай бог, чтобы этого произошло, но когда вы как-то отвечаете на вопросы, сразу возникают в ответ новые. Например, относительно вы упомянули диаспору, да, и, естественно, это вполне нормально, ваше желание вернуть диаспору всех абхазов, проживающих вне пределов Абхазии, на свою, так сказать, исконную родину, это вполне понятно. Но в то же время в законопроекте о выборах, который сейчас рассматривает ваш парламент, там прямо записано, что президентом страны может стать только тот человек, который живет в Абхазии в течение 5 лет. Таким образом, права этих людей фактически дискриминируются. Как же вы будете их возвращать, если вы им не доверяете? И, кстати, еще плюс ко всему, ведь вы же сами стали президентом, не будучи, так сказать, проживающим в тот период в Абхазии, вы приехали из Москвы. Ну, во-первых, поспорить это не очень плохо. Я, как ученый, всегда готов спорить. Главное, чтобы были аргументы, мы исполнили по поводу аргументов, а не то, что у каждого из нас есть глубокое убеждение, что мы приводили аргументы. Во-первых, уже, во-вторых, вы уже начали принимать участие в обсуждении законопроекта Абхазии. Я не собирался, это просто к слову. Да. Который еще парламентом Абхазии не рассмотрен. Вообще, существует элементарное правило. Если, так сказать, законопроект пришел в парламент, как минимум надо его обсудить. А потом, так сказать, это все и так далее. Я думаю, понимаете как, и некоторые говорят, есть определенные настроения, что действительно вот такую позицию, как вы, некоторые тоже отстаивают. С моей точки зрения, ну, вот, говорят о том, что это нарушение демократии и так далее. Скажите, пожалуйста, вот в законах о выборах в Грузии есть ограничения возрастные, я имею в виду то, кто может избирать. Да? Это ведь тоже, вы можете тоже сказать, что это нарушение демократии, но тем не менее известно, что к определенному возрасту человек может принимать самостоятельное решение. Вот вам уже одно ограничение. Второе, есть ограничение, не знаю, у вас есть или нет, у нас в ограничении возрасте для выдвижения на пост президента. То есть возрастные есть. Но это тоже может быть нарушение, ничего подобного. Значит, есть опыт, есть мировой. Кстати, в некоторых странах вы не можете стать гражданином, если вы не знаете языка этой страны. Вот, целый существует процесс натурализации. Это только в советское время было так, что вот приехал, тебе там паспорт дали, ты стал гражданином. Вот так нельзя. Тогда и у вас будут проблемы, у других могут быть проблемы. Поэтому, я думаю, это вопрос. Это по
по сути, он не столь принципиален. Но я думаю, парламент будет его обсуждать. Примут так, решат так или решат так, как бы ни решили, самое главное другое, что будет принят закон о выборах, состоятся всенародные выборы президента. Я думаю, это главное. Так что ничего страшного я в этом не вижу. Очень коротко, Владислав Григорьевич, будете ли выставлять свою кандидатуру? Я бы хотел сказать в этой связи, что вот то, что меня беспокоит. Я вот смотрю на прессу, и часто в грузинской прессе ставится вопрос о том, что вот как бы есть образ врага. А враг это Арзамба, вот его окружение, даже там пишут клан Арзамба и так далее. Это вот вроде как-то легче тогда все начинаешь понимать. И вот изображает образ антигрузина, знаете, который грузин ненавидит, не знает ничего. Ну, я думаю, это некоторые, я недавно читал даже интервью одной дамы, которую очень хорошо знал в давние времена, тоже, так сказать, пытается понять, что вроде бы, вот вроде он как бы скрывал свое истинное настроение, а вот в действительности он был вот таким человеком и так далее. Обманул нас, не знаю, никого я ничего не обманывал. Я, так сказать, никогда считаю, что любое отношение к любой национальности, какой бы то ни было, так сказать, вот такое негативное, оно унижает в первую очередь того человека, который такие настроения имеет. И если кто-то имеет, пусть лучше изживает такие настроения. Я никогда не антигрузином не был, ничего не прикрывался. Я главное могу сказать, что на добрые отношения, на человеческие нормальные отношения, я всегда могу ответить по-абхазскому. А по-абхазски это как? Вы знаете, если вы сделали шаг навстречу, надо сделать 10 шагов навстречу. Вот это абхазское тогда. Но я с другой стороны, понимаете, когда на мою родину приходят танки, начинается война, кто-то силой мне хочет навязать, да, я буду стоять вместе со своим народом, да, я возглавил его борьбу, это я могу сказать. Но я могу сказать, что даже после вот столькой крови пролитой, всего, что это произошло, я способен найти все силы для того, чтобы мы должны и мой народ преодолеть все это, найти путь. Ведь главное, что голова для этого, чтобы понять, что мы не так сделали, главное преодолеть все это и найти пути к примирению. Поэтому, понимаете, я понимаю, что вот есть такая ситуация, когда нас очень так изображает, вроде бы Арзамба не будет, тогда все проблемы Абхазии решим. Я прошу вас, придите и спросите, при чем тут Арзамба? Народ есть. Вы меня поймите правильно, что я могу, например, многое из того, что я предлагаю, на что я иду, иногда не всегда нравится очень многим гражданам Абхазии. Не всегда это на ура приветствуется, да, не всегда. Но я понимаю так, что раз я руководитель, я должен за себя взять очень многие решения, может быть, непопулярные, но принять. Но я не могу принимать тоже решений, которые, после которых мне придется искать убежище в какой-то из стран. Понимаете, это решение должно быть в какой-то форме, все же приемлемо для народа. Но вы оставьте у Арзамба. Если проблемы во мне, я на второй, завтра же, я уйду, вы решите проблему, те, которые есть между Абхазией и Грузией. Я готов хоть сегодня, хоть завтра уйти вообще с этого стола. Я ученый. Мое любимое занятие – это наука. Я, так сказать, чувствую большую боль от того, что я много лет учился чему-то, что-то начал в этом деле понимать. Вот, и после этого вынужден был в силу обстоятельств бросить все это. Я не готовил себе никогда политической карьере. И если, например, для меня выбор, что для меня, для моей души лучше, политика или наука, конечно, наука. Тут даже вопросов не возникает. И, наверное, в науке и я мог бы что-то сделать, и какие-то помочь моим коллегам, ученым многое сделать, потому что наука сегодня тоже находится в очень тяжелом положении. И я еще раз хочу подчеркнуть. Понимаете, если вы будете изображать Арзамба как вот такого рогатого, который, так сказать, вот антигрузин и так далее, вы никогда ничего не поймете. Я нормальный, вполне нормальный, так сказать, человек. И ничего не изменился, еще раз хочу сказать. Мы найдем пути решения к проблеме. Мы можем спокойно, наоборот, понимать друг друга, сидеть вместе за одним столом. И более того, тогда наступит тогда время, такие времена, когда будет тяжело у вас, мы тоже будем рядом с вами. Когда нам будет, вы тоже рядом с нами. Вот это нормальные взаимоотношения. Вы все же должны думать об имидже Грузии на Кавказе. И все-таки Владислав Арзамба будет выставлять свою кандидатуру или нет? Я думаю, как минимум для этого надо вначале принять закон, вот, а все в свое время и выяснится. Во всяком случае, я, так сказать, не уцепился за эту власть и не жажду того, чтобы, так сказать, быть президентом. Вот, хотя судьба моей родины была и будет всегда мне не безразлична. Поэтому, так сказать, решение будет в свое время. Я не знаю, окажется ли это интервью очередным пропагандистским актом. Я имею в виду обе стороны.
Или мы все-таки сумеем достичь момента истины, я не знаю, достигли мы этого или нет, в нашей беседе, и, наверное, не нам об этом судить. Но поставить точку над «и», вероятно, все-таки стоит. Поэтому последний вопрос. Какой вы видите Абхазию в ближайшие годы? Конечно, я все же надеюсь на то, что я говорю, хоть и часть этой информации, она вот дойдет непосредственно до людей и заставит их задуматься над тем, все же, так ли справедливо все, что происходит вот, вот в наших взаимоотношениях. Так что можете расценивать, что я определенные цели при этом, конечно же, преследую. Действительно, этот вопрос, который вы задали, меня беспокоит. Вот. В целом он определен нашей Конституцией, но... Есть чрезвычайно вот, важные вещи, я как-то не столько иногда даже вижу, ощущаю их. Вот во времена, когда Эдуард Мавросович возглавлял Госсовет, и я был председателем Верховного Совета, мы прошли через войну, после этого наступили другие тоже времена. И я с ним общался в Тбилиси, общался в самое трудное время, когда вот эти были майские события, и мы все же находили решения вот очень сложных проблем. У меня вообще такое ощущение, возможно, только мое ощущение, что мне как бы не хватает возможности общения с ним, для того, чтобы, мне кажется, что многие вопросы в сравнении даже с некоторым его окружением мне удобнее решить с ним. Именно почему? Потому что мы вместе с ним прошли через очень серьезные испытания, и на нас лежит ответственность, чтобы мы не оставили нашим потомкам вот те проблемы, которые сейчас возникли. И иногда мне кажется, я вам искренне скажу, мне кажется, что если бы я имел бы возможность непосредственно с ним обсудить и сказал бы: Эдуард Мавросович, давайте найдем, давайте решим, то, что с ним есть возможность все же понимания. То есть, ну, к сожалению, в последнее время, конечно, возникли некоторые проблемы вот в этой связи, но я все же надеюсь, что впереди и встречи с ним, и возможность развязки тех проблем, которые у нас есть, потому что у меня ощущение, что все же некоторые люди и определенные силы все же создают такой какой-то определенный вакуум, так сказать, для вот наших взаимоотношений. И это ощущение у меня вот не исчезает. Я все же верю в то, что и Грузия, и Абхазия будут нормально развиваться. Вот, и наступит такой момент, когда мы можем спокойно и смело протянуть друг другу руку, вот, нормально, так сказать, беседовать, без того, чтобы каждый из нас таил камень за пазухой. Я все же хочу в это верить, потому что наш народ никогда не видел в грузинском народе там образ врага. Вот политика, которая в отношении нас проводилась, это была для нас всегда, так сказать, проблема очень большой. Но, в конце концов, политика тоже может меняться. Политика тоже меняется. Мне важно, чтобы было понимание, потому что, понимаете, вас тоже определенным образом учат, к большому сожалению, определенным образом рушат. И с точки зрения истории Абхазии, и с точки зрения истории абхазского народа, к большому сожалению, это происходит. Но нас тоже могут учить каким-то вещам, которые тоже, наверное, не соответствуют вот, нормальным взаимоотношениям. Так что я все же верю, что, несмотря на все трудности, мы найдем решение этой проблемы. И одним из пробных камней этого может быть вот сейчас проблематика возвращения людей в свои дома. Потому что я могу сказать совершенно определенно, мы заинтересованы в этом. Мы хотим, чтобы люди нормально вернулись, нормально жили, чтобы мы им создавали им проблемы. Но вы можете нам в этом помочь. А вы можете действовать по-другому. Сейчас я, например, тоже имею сведения, уже сейчас на той стороне реки некоторые люди пытаются ходить с лозунгами: не пустим беженцев обратно в Абхазию и так далее. Ну что из этого пойдет? Если вы не хотите, если людей не пустят, наверное, они не возвратятся. Но это решит проблему? Не решит проблему. Поэтому нам надо найти пути к тому, чтобы вот сейчас за оставшееся время все же сесть вместе, сказать, доработать то, что недоработано, договориться. Хотя у нас есть явно непримиримые противоречия по этим моментам, но в целом есть моменты совпадения. Вот по тем моментам, которые у нас совпадают, давайте, и проверкой всему этому будет только одно. Знаете, всегда проверкой является не слова, а дела. Посмотрим, как это будет происходить. Если мы будем нести вину, тогда мы будем за это отвечать. Если вы, давайте пускай, чтобы вы отвечали. Но в целом я бы хотел найти это взаимопонимание. Вы высказали свою точку зрения. С ней можно
Согласиться можно, нет, но главное, что вам была предоставлена эта возможность. И, кстати, последняя часть этого интервью, я думаю, что в этом сыграет роль и телерадиокорпорация Грузии, когда это интервью пройдет в эфир, может быть, услышав вас, президент Грузии, и вы потом дополнительно примете все-таки решение о вашей встрече, на которой будут решены многие важные вопросы. Я к встрече всегда готов. Საქართველოს ტელერადიოკორპორაცია დიდ მადლობას უხდის დახმარებისთვის გაეროს მისიას, პირადად გენერალური მდივნის წარმომადგენელ საქართველოში ბატონ ლივიუ ბოტას და ჟენევის პროცესის ფარგლებში საკოორდინაციო საბჭოს აღმასრულებელ მდივანს ბატონ ზურაბ ნაკერბაიას.